В Москве выбрали самую красивую студентку из Якутии. Напряженные этапы конкурса и, собственно, сам галоконцерт позади. Кто победил в студенческом конкурсе Туярым-Акуо, участницами которого стали студентки из Якутии, обучающиеся в столичных вузах, расскажут мои московские коллеги. На сцене 8 конкурсанток, одна лучше другой, которые проходили все этапы конкурса, начиная с визитной карточки, подготовленной молодежным движением «Айтал». Девушкам предстояло показать музыкальные, танцевальные, вокальные, театральные номера, ответить на остроумные вопросы, представить национальные костюмы, с чем они блестяще справились. Во всех 8 номинациях красавицы получили призы и признание публики. А затем наступил самый пиковый момент – объявление победительницы. Аплодисменты! Первый вице-мисс Туярым-Акуо 2017! Я очень счастлива, я благодарна всем, кто мне помогал. Это все мои друзья, все мои самые близкие люди. Диплом вручается победительнице конкурса красоты и талантов Туярым-Акуо 2017 Иване Павловой. Ну, это был тяжелый выбор, конечно же. Было жюри, да, все жюри сошлись в одно мнение, выбрали одну победительницу. А конкурсанток в это время все поздравляли, обнимали и гордились, что в Якутии такие красивые и интеллектуально развитые девушки. Несмотря на страх, я очень счастлива, что я решилась и правильно, что сделала, что решилась. И мы уверены, что после столь престижного конкурса летнюю сессию они сдадут на одни пятерки. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.